Всем привет и хорошо настроение, с вами Рэй. Продолжаем, ребята, проходить эпическую игру, которая называется Brutal Street 2. Открываем чемодан и смотрим, что нам выпадает. Египетский насос, ребята, вот это плюшки. Ха-ха, я даже не ожидал, что в этом ящике такой изумительный реверт. Так, давайте активируем с вами ящик и будем одевать наших персонажей. Так, 1-4 звезда, мы получили еще какой-то реворд. Давайте глянем. Ого, 2000 долларов, вот это подарочек. Ха-ха, нифига себе, ребят, да мы сейчас с вами тут будем всех рвать. Ну что ж, давайте приступим, вот статус выбираем. Ну, естественно, мы боксеру оденем эту курточку, хотя мы им сейчас и не пользуемся, но все-таки. Так, что у нас здесь? Оу, Леон получает у меня новую шапку. Так, больше ничего пока нету. Так, Таши получает курточку и меч. Кстати, давайте сравним АП. Так, да, конечно, этот меч в разы лучше. Ёлки-палки. Шикандос. Ну, а у тебя на него ничего нету. И наш заключенный. Конечно же, берем вот эту дубинку. Классная дубинка, я вам сразу скажу. Вообще изумительно. Меня порадовал этот чемоданчик. И давайте приступим к изучению скиллов. Да, я думаю, что стоит. Блин, не хватает денег. Ядрить тебя на корень. Чё ж делать? Блин, ну я не знаю. Тюремщик у меня пока под вопросом. Так же, как и боксер. У меня вот Леон довольно неплохой. И я думаю, что стоит ему изучить. А вот только что. Жаль, я не знаю так в совершенстве английского, а так бы, конечно, бы изучил бы что-нибудь. Но мы, наверное, немножко потерпим. И давайте-ка зайдем в магазин с вами. Так, подожди, не туда, вот сюда. Так, и попробуем с вами заточить. А вот что? Я думаю, что меч. Меч нашей ассасинки. Рискнем все-таки. Давайте это вольем. О, 160 атаки, это уже неплохо. Так, наверное, пистолетик. Перчатки. Блин, что-то не особо дает в прибавке, если честно. Почему, интересно? Очень странно. А если так? Ничего не поменялось. Ладно, давайте заточим. Так, получил у меня меч левел. И следующий будет 114. Но, как видите, не хватает у меня деталей, чтобы я смог его эволюционировать. Жаль, жаль, конечно. Так, ну что, я даже не знаю, ребята, у нас нормал уровень. И вот следующий. Поехали тогда. Ух, надеюсь, с новыми шмотками мы дадим им тут джазу, и у нас, как видите, лаборатория. Так, давайте-ка посмотрим, что там у нас. Так, я вижу, броник выпал. Меч, замечательно. Так, понеслась, как говорится, разборка. Так, давай-давай-давай, отходи. Надо хилить мне ассасинку обязательно. Как обычно, у нас тут куча мала, ничего не понятно, кто где чем занимается, но тем не менее, бандос ко мне идет. Хорошо, что у моей хилки есть ветреный, так скажем, заслон, который не дает врагам подойти к ней. Так, минус один. Ну что ж, тут остался у нас ниндзя и еще один бандос наверху. И у нас также лежит меч для моей ассасинки. Давайте его возьмем. Отлично. Давайте-ка добивать вот этого говнюка. А Лео сейчас у меня бомбанет. Все. Так. Ну что же, пока неплохо мы идем. Тюремщик, я вам сразу скажу, по защите не такой сильный. Разбирает его почему-то. Но пока мы стоим. Все у меня целенькие, здоровые. Оу, выходит амбал, ребята, выходит амбал. Его надо как можно скорее ликвидировать. Так. Крошим. Так, еще ниндзя вышел. Ядрить его на корень. Ладно, с ниндзя мы разберемся. Сейчас главное нам забить этого амбала. Хорошо, что у нас есть звездочки, на которых он
Большую часть здоровья потратил, в принципе. Давай, Лео, добивай его. Так, что там у нас с ниндзя? С ниндзя пока все нормально. В общем, все под контролем. Минус ниндзя и минус амбал сейчас будет. Шикарно. Так, выбегает опять ниндзя. Давайте его скопом забомбим. Так, и вышла хилка. Хилка здесь, если честно говоря, не вперлась ни в одно место. Главное следить за заключенным. Хоть он и такой и выглядит, как говорится, сурово, но в то же время он какой-то ватный. Ну, видимо, не прокачан еще, поэтому вот так. Думаю, что в скором времени мы это с вами все поправим. Так, отлично. Минус бандит. Еще... О, троечка вышла. Так, пробафались маленько. Давайте вот так вот со спины. Опа! Один. Нет, я думал, мы убьем. Не получилось. Давай, Лео, мочи. И сразу же, наверное, волной. Так, замечательно. Ух, отбились. Ждем очередных. И опять выходит у нас амбал. В данный момент он меня больше всего нервирует. За счет того, что он очень толстый, его практически не пробить. Не хватает мне двоих задеть, придется так делать. Так. О-во-во-во-во-во. Тихо-тихо, хилочка. Ты как-то чересчур тут шутишь. Блин, ниндзя по ней мочит, а? Давайте так сделаем. Так, нормуль. Все, больше ко мне никто не подойдет. Давайте добивать. Так, главное сейчас убить этого амбала. Ёлки-палки. Так, ниндзя еще. В кого он стреляет? Ага, он стреляет в заключенного. Черт подери, у моей хилки очень мало здоровья. Ребята, очень мало. Надо подхиливаться. Иначе еще одна звездочка в ее сторону, и она погибнет. Все, ниндзя убрали. И, в принципе, амбал сейчас тоже упадет. Так. Подхил делаем заключенному. Так, куда он идет? Он идет на мою хилку, а? Сопляжуй. Давайте ее уводить оттуда обязательно. Черт, ее в паутину. Блин, блин, блинский. Так делаем. Ёлки-палки, отхил, обязательно отхил, потому что... Так, пробафались маленько. Вот так вот. Давай, Лео, жги. Ёлки-палки, вот докопался до хилерши моей, а? Все, минус. Выстояли, молодцы. Так, давайте этого. Я даже не знаю, что это за спецагент хренов. Но его надо убивать. Так, у меня заключенный, елки-палки. Вот так вот. Хорошо, что у него есть скин, который дает ему восполнение здоровья. Так, опять троечка этих панков. Так, подожди. Отхил у нас есть, если что, мы им воспользуемся. Черт подери. Не добило, к сожалению, не добило чуть-чуть. Давайте хилиться. Все. Еще есть у нас шанс. Ну, последний бандус остался. Замечательно. Но, как видите, на этом еще не конец. Опять идет амбал. Да что ж такое-то? Елки-палки. И хилерша здесь. Хилершу мы сейчас убьем ассасинкой, я надеюсь. Так, а хилить нам придется с вами... Да-да-да, конечно же, заключенного, потому что он взял на себя амбала. Да кто ж там еще? Блин, еще и бандиты вышли. Елки ты палки. Так, давайте добивать. Бог с этой, с хилершей. Давайте отхил делать себе. И в сторонку уходить. А, прицепился все-таки. Но у меня есть воздушная аура. Все, теперь мне пофиг, что он там будет делать. Он до меня не достанет. Так, ладно. Амбала мы сейчас добьем с вами. Надеюсь. И вот хилершу тоже надо, по идее, шибануть. Потому что она подхиливает именно амбала. И мой заключенный просто не успевает с ним справиться. Все, сейчас они вдвоем заколбасят его. Ёлки-палки, опять и еще один амбал.
Ну, это уже, по-моему, перебор. Ребят, вам так не кажется? Так, давайте, наверное, вот этого вот агента снесем. Так, Леон, стреляй. Так, бьем. Так, у меня есть отхил у заключенного. Мы его подэкономим. Чуть-чуть пробафаемся и сделаем массовый выстрел Леона. Так, отлично. Блин, его уходи в сторону и подхиливайся. Потому что у тебя мало здоровья, моя черт-лидерша. Вот в эту сторону. Бьем. Замечательно. Как вы видите, тут очень-очень большая суматоха, ребята. Я иной раз сам даже не понимаю, куда что надо поставить. Только лишь успеваю глядеть по иконкам, по нижнему столбику жизни. И только так понимаю, что кого нужно отхилить или пробафать. Потому что в такой суете, ну это жесть просто. Так, надеюсь это... Да, ребята, это был у нас последний амбал, и мы его запинали. Я надеюсь, что мы прошли с неплохим рейтингом С и $56 получили. Так, и маленький чемоданчик. Ух, я вам скажу, жесть, жесть, ребята. И у нас следующая будет с боссом локация. Но я вам хотел кое-что другое показать, ребята. Я на харде. Как видите, уже немножко тут поиграл. И я как бы хочу пройти вот этот уровень Б на уровень С. Вы думаете, что там все то же самое будет? А вот и нет. Вы представляете, второй уровень, и нас ждет здесь босс. А вам никого он не напоминает, а? Это просто протеже моего Лео. И сейчас вы увидите, что он тут будет вытворять. Так, ладно, будем пробовать проходить. В принципе, в нем ничего такого сложного нету, только лишь егонные, так скажем, соратники, которые будут нам очень сильно здесь досаждать. Ну и, как видите, он стреляет напалмом. Я так понимаю, что у меня такой же будет скилл, скоро изучен. Очень хочется, посмотрите, довольно неплохо жарит этот огонь. Так, что у нас там? Давай-давай посмотрим еще. Так, только доллары у нас там лежат в этих мусорных бачках. Так, и вот на половину хп он начинает вызывать бандитов, как вы видите. Ладно, будем сейчас как-то с ними справляться. На хилершу пока никто не тянет, и это хорошо, ребята. Значит, она может спокойно у нас хилить. Так, отлично, минус один бандос. Так, давайте второго еще сразу же. Нормуль. Так, Лео, уйди оттуда, стоит там в огне. Блин, блин, блинский, давайте хилить, нам этого надо. Так, отлично. Еще немножко мы протянем. Ну-ка, что у нас в этом? В бочке абсолютно ничего не оказалось, и это очень плохо. Да отойди ты, елки-палки, прям в огне стоишь-то, да не ты. Ай, вот очень тяжело, ребята, как сказать... сосредоточиться на каком-то определенном персонаже. Потому что надо и за тем, и за тем, и за тем, за всеми надо уследить. И, как вы понимаете, это очень сложно сделать. Плюс еще этот босс тут, смотрите, что творяет. Жрет по-черному. Так, отходим. Минус два бандита, замечательно. Ну что же, оу, сейчас умрет, умрет, умрет у меня. Блин, не успел, к сожалению, я спасти своего заключенного. Как и в тот раз, ребята. Просто... просто продинамил. Ладно, ну теперь-то мы его уже добьем. Несмотря на то, что здесь сейчас будет очень много выходить бандитов, у стрелка осталось совсем мало хп. Все, победа за нами. Но не видать нам ранга S. А я хотел. Но зато вы увидели. И вы представляете, да, что дальше будет на этом же ранге. И, кстати, хотел услышать ваше мнение. Стоит ли проходить мне игру на харде? Или на нормале основную линию проходить? В общем, пишите в комментариях. Мне это очень нужно знать, чтобы, как говорится, я просто так зря время не терял. Что ж, давайте еще разочек попытаем счастье. Не знаю, получится, не получится, но хотелось бы верить в то, что у нас сейчас все удастся. Так, давайте сразу же глянем, что у нас в ящиках. В бачках в этих ничегошники нету. Так, честно говоря, не понял, для чего здесь нужен вот этот вот гамбургер, если честно. Энергии никакой он не восполняет. Подпитывать, подхиливать он тоже не делает.
А вот сюрикены нужно подобрать моей ниндзе. Так, 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 у нее мало хп. Ё-моё. Да что ж такое-то, что ж тут происходит-то? Смотри, как он бегает, а? Как очумелый. Офигеть у него скорость. Я так думаю, что скорость передвижения мы тоже с вами можем потом изучить. Смотрите, как он бегает. Как очумелый, не угнаться за ним просто-напросто. Так, тут появился бандит, я думаю, сейчас пойдет до хилки, да? Что-то я предчувствую. Так, волна, все. Я, так скажем, не уязвим пока. Сколько же тебя бомбить-то еще надо, а? Я уже, как говорится, плюнул на всех этих бандитов. И, как видите, бью уже чисто самого киллера вот этого вот. Прототипа моего Лео. Так, 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 мало жизни у моего тюремщика. Очень мало. Ё-моё, да куда ж ты прёшь-то в кучу-то в эту? Отойди нафиг оттуда. Оу, за ним увязалась вся эта шайка-лейка. Неужели опять он умрет, а? По ходу дела, да, ребята, так и выходит все. Да чтоб тебе, а? Вот всегда так получается, не могу понять почему. Но, в принципе, здесь есть моя вина в том, что я все усилия приложил на убийство босса, а не на разборку, так сказать, этой шпаны. Да дайте вы ему люлей-то, елки-палки, там осталось-то у него чуть-чуть. Ну, Лео, сможешь? Все, отлично. Но, опять же, как вы видите, тут у меня уже и хиллерша погибла. Ну, зато я уложился во время, но ранг все равно не получил. Да, приходится нам выкидывать чемодан, потому что у меня элементарно нету места. Хотя, почему нету? А, ну да, на чемоданах нету, а здесь еще есть. Я не знаю, может быть, супербоя. Ну, супербой, он не одет, он... Посмотрите на него, что это за шмотки? Да, в принципе, и у тюремщика тоже не айс. Я даже не знаю, что и лучше сделать. Ну, надо, наверное, прокачать будут потом скиллы. Все-таки от них здесь очень много что зависит. Так, ну-ка попробуем сейчас. Получится, нет? Ага, до сих пор у нас ничего нету. Ну, одну биту, как говорится, вставлять смысла нету. Ладно, тогда мы с вами оставим все так, как у нас есть. Ну-ка, может быть, вот так попробовать? Оу, а эту можно, смотрите-ка. Прическу для тюремщика можно даже неплохо проапать. Так, и давайте вот так попробуем. HP 245. Заточка стоит 120 баксов. Блин, я даже не знаю, стоит это делать или нет. Как говорится, и хочется. Давайте, фиг с ним. Зато почистим инвентарь себе отличного хлама. А теперь смотрите, чтобы поднять ему звезду третью, нужны двухзвездочные шмотки. И причем не простые, не эпические, но выше нормальных. Так, ну-ка дай-ка я это, наверное, продам. Чё? Ой, елки-палки, чё я тупанул-то? Блин, не то продал, что надо. Да ну нафиг. Хотел со склада все продать, взял с героини, продал парик. Вот дурень-то, а? Тьфу ты. Ладно, ребята, придется ей теперь бегать без прически. Да, вот это я лопухнулся. Поспешил, как говорится. Ну что же, я даже не знаю, давайте посмотрим, что у нас по скиллам. Так, 2500. Так, а где у нас Лео? Так, здесь... Нет, боксера мы пока трогать не будем. Давайте вот так вот мы, наверное, сделаем. Что можно? 1800, что оно дает? Я в упор не понимаю. Но хотелось бы. У хилерши в любом случае нужно делать как можно максимум этих учить талантов, потому что от нее много чего зависит. Так, 5400. Ну, естественно, у меня не хватает денег. Нет, конечно же, нет. Так, а что мы здесь? Ну, вот здесь, в принципе, можно. Так, надо это сделать. Тут, смотрите, и такой есть. Так. Все, отлично. Денег у нас больше не осталось.
Не знаю, что мы с вами изучили, что за скилл, что за талант, но надеюсь, что он нам пригодится. Так, поехали, как говорится, дальше разбираться. Ну, надеюсь, сейчас нам фартанет. Так, на этот раз я буду уже убивать его приспешников. Не будем тут расслабляться. До половины хп он, в принципе, такой, кажется, салагой. Ну, а потом начинается у него бзики. Так, нормуль. Что, близится, вот они, побежали. Так. Куда он бежит? На моего Лео? Понятно. Давайте вот так вот сделаем. И вот так. Отлично. Надо вот этого гаденыша. Он на моего стрелка напал, а? Давайте валим его. Так, отлично, готов. Еще один тут бандос бегает. Но тут уже с ним дерется мой заключенный. Да отойди ты от этой фигни. Давайте хилить его. Черт, ассасинка бежит по огню. Ей пофиг на все. Она бессмертная у нас, елки-палки. Давайте вот так вот сделаем массовую стрельбу. И вот так еще. Так, еще минус один бандос. Так, тихо, ассасинка. У нее очень мало хп. Да что ж такое, не успеваю, ребята, элементарно за всеми тут поспевать. Так, отхил сделан, замечательно, отойди оттуда. Я уже больше смотрю на тюремщика, потому что он постоянно попадает в какие-то нелепые ситуации, где его, в принципе, зажимают и убивают потом. Так, ё-моё, Лео, выходи, выходи оттуда. Замечательно, пока тюремщик у меня только получает люлей. А? Черт бы его побрал. Ну что ж, давайте тогда так выстрелим массово. Ну что, осталось немножко хп у него. И главное сейчас не пасануть. Так, выходим, выходим с этого огня. Так, здоровье пока у всех в норме. Так, тюремщик, давай, бомби его. Как сможешь. Знаете, вот вам подхил, баф. Так, ассасинка, давай, переключайся. Может быть, успеем все-таки этого охламона забомбить. Ну-ка. Там осталось-то ему... Есть, ребята, все целые. Ух, ну-ка. И, надеюсь, мы получаем ранг S. Да ну нафиг, да что такое-то? А, нет, получили, получили. И дали мне всего лишь какую-то маленькую заточку. Ты. Но главное, что теперь она мне не мозолит глаза. И мы получаем с вами ревард. 5 алмазов. И тряпка для хилерши. Неплохо. Так, а здесь у нас, как видите, бафы везде. 6 защиты. Здесь 66 хп, 10 атаки. Даже и не знаю, что и взять. Наверное, вот так вот. 10 атаки и защиты. А тут вообще по 1%. По одному всего лишь проценту прибавляет, а? Ну, это смех, если честно. Я думаю, что оставим так, как у нас есть. Да. На атаку и на хп. Точнее, на защиту и на хп. Так, что у нас тут появилось, чем свеженькое? Ни шиша нету, к сожалению. Да. А даже если бы что-то и было, ребят, тут такой ценник, что... Хо-хо-хо. Ты еще подумаешь, стоит ли вообще здесь покупать что-нибудь. Или лучше выбивать это все. Так, ну что же, на харде у нас с вами открывается дополнительная, точнее, следующая миссия. И мы ее сейчас с вами глянем. Так, ага, уличные разборки. Поехали. Так, давайте сразу прошуршим все эти ящики. Бачки, как говорится, по-моему. Так, дробовик. Дробовик это для Лео. Сейчас мы его отправим брать. Хиллерша. Отлично, расправились с ней. Вот так, вот так. Слушайте, довольно неплохо Лео у меня шпарит. Очень рада. И, кстати, вот эти вот очки, которые выпадают, я тоже ума не приложу, для чего они нужны. Что они дают? Так, отдохни маленько. И ты тоже отдохни. Смотри, а какой жук. Не хочет падать.
упал все-таки он. Так, нам, как говорится, лишняя защита никогда не бывает лишней. Так, минус один, броник, я смотрю, выпал. Этого мы сейчас тоже запинаем. Все, готов. Ну что, ассасинка, ты у меня в бронике, будешь у меня сейчас их резать. Давай. Так, и этот отправляется на хилершу. Смотри, как, а, что делает. Так, у нас, по-моему, ветер есть. Да, есть. Применяем его. И все, теперь он не подойдет. Что это еще такое? Блин, еще и машина тут какая-то. Ё-моё, надо хилиться обязательно, ребята. Потому что у хилерши было очень мало хп. Слушайте, а вот эти вот красные, я так и не понял, что это означает. Они что ли в гневе, в ярости? Или слишком злые? Что ж, покраснели. Но бомбят они, поверьте мне, не на шутку. Так, пока неплохо. Отлично. Вражескую хилку мы подбили. Давайте теперь вот этих вот гаденышей. Слушайте, я предчувствую, сейчас тут попрут у нас еще и амбалы, наверное. Или не попрут. Нет, пока тут полным-полно этих бандитов. Со всех сторон причем лезут. Так, давай-ка, ассасиночка, переключись-ка. А ты перелетай, наверное, вот так вот. Да, самое то, что надо. Слушайте, у меня хилка-то хилит. Давай, давай, отлично, все, шикарно. Сейчас Лео возьмет ствол новенький, и мы начнем тут жарить. Ну, кто там, где? Кто выходит? Ага, бандиты прут. Ладно, давайте-ка накумаривать потихоньку их. Ага, вот, ребята, о чем я вам говорил. Идет амбал. Ну, придется ассасинке брать его на себя, это однозначно. А Лео, наверное, сейчас у нас будет... Да погоди ты, куда ты... А, ну, в принципе, все нормально, все пучком. Так, под хил получила. Давайте убирать эту хилку, она здесь нам нафиг не нужна. Она будет хилить амбала и оттягивать тем самым время на его уничтожение. Ну, у него, в принципе, не очень-то и много хп осталось. Так, готово. И амбала, в принципе, сейчас тоже запинаем. Да елки-палки, еще идут орды. Так, ладно. Главное, чтобы не трогали мою хилку. Остальное все фигня, ребят. С остальными мы справимся. Все зависит только от нашей лечки. Оу, хорошие ножи, кстати, выпали. Сейчас мы поднимем ассасинкой. Так, и нам дается новая суперскилл. Смотрите, как он выглядит. Очень хорошо, мне понравилось. Так, отойдите, отойдите оттуда. Нормуль. Так, и опять идут красные. Ёлки-палки, привязался до хилки, а. Давайте, перехватывайте его. Зэк, давай быстрее. Так, Лео. Отлично. Там от хилки практически уже ничего не осталось. От вражеской, я имею в виду. Сейчас мы ее и добьем. Блин, нет, нифига, еще кто-то будет, смотрите-ка. Да елки ты палки, вышел амбал. Так, и красный псих. Давайте вот так вот. Блин, хотел бы их, не получается. Не получается, к сожалению. Ё-моё, два красных. Так, давайте вот так вот сделаем. Так, отойди, 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 отойди оттуда. Успевай, успевай. Фух, успели мы отхилить свою ассасинку, потому что у нее там было практически на волосок жизни. Теперь они до Лео добрались, а? Ну ты посмотри. Давайте вот так попробуем. Не помогло, к сожалению. Так, уходи оттуда. Замечательно, блин, тюремщик, тебе бы нужно взять эти кастеты, и тогда будет все на мази. Давайте вот так вот, сейчас он им устроит здесь. Ха-ха-ха. Тихо, тихо, машина, блин. Не успеваешь за всеми, я вот еще раз повторю. Так, отхил, замечательно. Да что ты, тюремщик, вот что ты ходишь туда-сюда, ты бей уже, блин. Вот, началось. Уже лучше все. Так, и кто остался? Один бандит, я смотрю, тут только.
Блин, опять выбежали со стволами. Так, ладно. Ёлки-палки, да вы когда-нибудь закончитесь или нет, а? Уровни намного дольше на харде, как вы видите. И по протяженности, и по врагам. Так, еще один амбал вышел. Жестяк какой-то. У меня с амбалами только лишь хорошо справляется эта моя ассасинка. Она и более-менее удар держит. Ну а если ее еще и на подхиле держать, то в принципе она у меня вообще непобедимая. Плюс вот этот вот у нее скилл очень замечательный, когда она бьет со спины. Причем она может за счет него телепортироваться в любую точку экрана, на любого врага, моментально причем. Так, готов амбал, и осталась здесь только хилка вражеская. Сейчас мы с ней разберемся. Да что ж ты будешь делать, только к ней идешь, как тут начинают выходить бандиты со всех сторон. Так, ладно, давайте мы ее вначале добьем. Вот так. А теперь уже будем бить бандитов. Так, этого убьем, наверное? Нет. Ну, там чуть-чуть осталось ему. В принципе, Лео сейчас, наверное, всех тут и забомбит. Куда ты пошел-то? Стоял бы ты там на месте, дострелял. Нет, он рванул куда-то. Давай вот так вот сделаем. Все. Минус бандит. И это была, ребята, последняя партия. Мы справились, да, очень много времени потратили, но тем не менее мы получили ранг S, курточка у нас для боксера. Это очень замечательно. Жалко, конечно, опять придется нам выкинуть с вами чемодан. Ага, 9 алмазов. В принципе, мы можем открыть, но мне так жалко тратить на это. Тут 15 уже надо. Ладно, давайте глянем, что нам достанется. Ну, по одной звездочке это, конечно, никуда не годится. Ну что ж, берем тогда чемодан. У нас полностью все забито. Так, активируем на 1 час. Ух, жесть. Дальше-то что у нас там будет? Я даже не представляю. И это, ребята, на харде. Так, тут у нас ничего нету. Нам бы, по идее, проходить бы все миссии на нормале. Но на харде, я вам еще раз говорю, когда проходишь дальше, там уже дают шмотки не с одной звездочкой, а с двумя. И не просто там зеленые, а есть и синие, и фиолет. Фиолетовы, правда, мне ни разу не выпадали. Опачки. Смотрите-ка, что я могу сделать. Так. 55. Но! Да елки ты палки, а. Вы посмотрите, почему-то всего лишь на одну повысило мне. Ха-ха-ха, четвертую звезду не дают. Ага, видите, что пишут. Теперь сюда нужно вставлять такие довольно серьезные вещи, чтобы я смог поднять себе еще одну звезду. Так, 50 хп. Ну, в принципе, давайте сделаем. Так. И все, больше у меня ничего нет, ребят, вообще. Я на галике. 3-го левла, 4-й я даже не получил. Ну что ж, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.